Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как сменить тип торгового счета и чем они отличаются. Сначала войдем в личный кабинет. Обратите внимание, что сменить тип счета возможно только при условии, что у вас нет открытых позиций и отложенных ордеров на счете. Также при переходе на другой тип счета все персональные настройки графиков будут утеряны. Для изменения типа счета выберите раздел «Счета», «Смена типа счета». Укажите счет, параметры которого необходимо поменять. В следующем поле определите новые характеристики торгового счета и нажмите кнопку «Подать заявку». Заявки обрабатываются в рабочие дни в течение 24 часов. Подробную информацию о типах счетов и преимуществах каждого из них можно увидеть на сайте компании в разделе «Трейдинг. Условия торговли». Первым параметром, который можно поменять в личном кабинете, является технология исполнения ордеров на счете Direct. Для данного типа счета вы можете выбрать Instant или Market исполнение. Instant – это совершение сделки по цене, которую вы видите в терминале. Market – это мгновенное рыночное исполнение ордеров, которое защищает вас от реквотов и задержек. Также к типу счета Classic или Direct вы можете подключить сервис SwapFree, который доступен только на счетах с технологией исполнения Instant. Надеемся, данное видео было вам полезно. Успехов в торговле!